эту ночь. А что нам обещали эти замайданившиеся? Что будут драки, провокации, какие-то титушки. Вот смотрите, какая красивая делегация из Херсонской области. Ну, я бы сказал, девушки, да, но какие же это титушки? Или, посмотрите, приехала Евпатория в Симферополь. Город-герой Севастополь. Луганск. Киев. Харьков. Харьков. Здесь я вижу любимый город Изюм, я помню. Очень тяжело там было у вас выступать. Я эту встречу никогда не забуду. Дорогие мои, я хочу вам сказать огромное спасибо, что вы приехали и развеяли еще одну страшилку от оранжевых. Они сказали, что вы приехали, чтобы спровоцировать драку, чрезвычайное положение, гражданскую войну, Третью мировую войну, а потом атомную войну. Ну какими дебилами надо быть, а? Я думаю, что ваши красивые, улыбающиеся лица показали, что Украина от Львова до Донецка, от Херсона до Крыма, от Сум до Ивано-Франковска. Это одна красивая страна. И да, в ней говорят на десятках языках. Десятках. Но мы все украинцы. И мы все любим друг друга. Они, видно, что-то не услышали. Ведь вы приехали сюда любить, а не бить. Я прав? Да! Любить будем красиво, но честно. Вот, дорогие мои, мы сегодня, безусловно, очень переживаем. Мы очень переживаем, что эти обанкротившиеся горе политики сегодня снова обманывают людей. Они обещают какую-то европейскую перспективу. Скажите мне, Украина разве не Европа? Украина это Европа! Куда она без нас денется? Посмотрите, как только какие-то агрессоры появляясь в Европе, кто их мог их утихомирить? Только мы, украинцы, белорусы, россияне объединялись и спасали Европу. Так было и в Первой мировой войне, так было во Второй мировой войне, когда мы освободили Европу от фашистов. И мы даже такого гения, как Наполеона, загнали в Париж и взяли Париж, освобождая от панимперских амбиций наполеоновских. Мы очень спокойный народ, но лучше нас не будить. Скажите, мы умеем воевать? Но мы когда-то на кого-то нападали? Но если к нам с мечом, то, как сказал Александр Невский, отвечай получше. А если к нам с Майданом, то площадью мы и ответим. Я прав? Сегодня, конечно, мы должны проявить терпение. Они говорят, вы собрали людей для того, чтобы были столкновения и провокации. Скажите, среди нас есть провокаторы? Нет! А где они? Там? Да! Кто нападал на наших солдат? Кто их поджигал? Кто бросал взрывпакеты в солдат Беркута и внутренних войск? Молодежь тупорыла! Это были мы? Нет! Это были они? Да! Конечно, мы сегодня готовы пойти навстречу и предложили переговоры. Вот сюда. Мы продемонстрировали, что мы можем набраться терпения. Мы хотим, чтобы люди поняли, что их обманывают. Сегодня, к сожалению, нам не обещают членство в Евросоюзе. Сегодня, к сожалению, нам не обещают даже безвизовый режим. Они к нам ездят без виз, а мы должны отпечатки пальцев, сетчатку глаз. Ну я не знаю, скоро еще что, нам кровь надо будет давать, что ли, чтобы за границу поехать. А скажите, разве мы не европейцы? Скажите, мы европейцы?
нации? Да! А Украина это Европа? Да! Вот это и есть святая правда. Я уже молчу о том, что Европа это от Гибралтара и до Урала. И с этим ничего не поделаешь. И нравится это или не нравится, ну посередине Европы есть такая красивая, гордая страна с красивейшими людьми. Как называется эта страна? Украина! Правильно, это Украина. Это наша родина. И независимо от того, на якій ми мові говоримо, на якій ми мові думаємо, ми всі є українцями. Ми українці. І ми завжди будемо заставляти уважати кожного із вас. Независимо от того, какой национальности. Помните этого, который только пчел разводить мог, к сожалению, развел и Украину. Потому что на этом же Майдане обманул 9 лет назад людей. Сказал, то ли его травили, то ли его там что-то еще с ним случилось. Дай Бог ему здоровья, конечно. Мы зла даже таким не желаем. Ну где же это его Украина европейская? Чего они за 5 лет не привели Украину в Европу? Правильный вопрос? 5 лет они были при власти? Обанкротились? Так чего нас учат? Мы красиво пройдем тот путь, который должна пройти Украина. Они вечно куда-то вступают. Ну знаете, куда дурные обычно вступают? Вот туда и вступают. Вступили в СОТ, Всемирную Организацию Торговли. На самых худших условиях. До сегодняшнего дня к нам едут все, мы никуда. Я имею в виду товары. То же самое с этой ассоциацией. Когда мы говорим, подождите, куда вы нас тянете? Давайте посчитаем, 500 тысяч безработных. Ухудшение валютного баланса, падение гривны, мы не имеем права себе это позволить, падение внутреннего производителя. Мы говорим, давайте по-честному, по-партнерски, мы же с открытой душой, так давайте и к нам так. Европа от нас никуда не денется, я прав? Сегодня мы призываем так называемых лидеров, а их там уже черт не разберет, кто у них там лидер. Есть этот трехглавый Горыныч. Потом шоколадный заяц. Теперь еще и этот, который думал, что он там милиционером стал. Как его напомните? Которого мы отпустили. Луценко, правильно. Вот они теперь уже, там еще появилось пару. Уже у них там мэры, пэры, князья, президенты. Вы знаете, вот я сижу и думаю, вот как они это все поделят, я понимаю, на троих сообразить. И это у них, судя по всему, не получается. Я еще раз говорю, мы ж при памяти, кто им мешал за 5 лет построить такую Украину, как они хотят. Да они на второй день уже начали, вона така, він такий, вона працює, він бджолами займається. Было такое? А эти три, вот как они говорят, кто не скачет, той москаль. Вот пусть и прыгают там у себя на Майдане. Я скажу, вчера сказал на митинге, мы ни перед кем прыгать не будем. Но мы украинцы, я прав? Давайте так, чтобы у них ушки заложило, скажем, мы украинцы. Украина это мы! Украина это мы! Дорогие мои, я уверен, они нас услышали. Мы с уважением относимся к тем, кто пришел, даже заблуждаясь, даже у кого другие взгляды, кто искренне верит в эту оранжевую сказку в розовых очках. Это их право. Но мы призываем и предупреждаем. Действуйте в рамках закона. Мы сегодня специально ушли из Европейской площади, чтобы не дать возможность обвинить нас в каких-то провокациях. Посмотрите, сколько нас вокруг этой сцены. Вы извините за неудобства. Вот за забором
тысячи и тысячи людей, которые приехали сегодня поддержать нас. Спасибо вам! Дорогие, мы будем стоять до конца. За нами правда. Наше дело правое. А как говорили наши ветераны, как говорил этот великий полководец генерал Ватутин, которого, кстати, убили бандеровцы, а не фашисты. Это человек, которого боялся Гитлер, был убит, к сожалению, нашими соотечественниками, нашими предателями. Это не соотечественники, это предатели, которые убили этого легендарного полководца. И рядом с его могилой, давайте, тем призывом, с которым он поднимал солдат на борьбу с фашизмом, мы сегодня скажем нашей родной стране трехкратным «Ура! Ура! Ура!» Рядом с могилой великого Ватутина мы сегодня клянемся, что сделаем все, чтобы Украина была единой. Мы не позволим сегодня никому нас рассорить и привести к расколу. Мы уважаем всех, независимо от того, какой они национальности и как, на каком языке говорят. Но мы не позволим делить Украину на маленьких украинцев и на титульную нацию. Потому что Украина – это вы! И это должны они знать всегда! Дорогие мои, вы – это наша сила. Вы – это наш оплот. И пока мы вместе, мы непобедимы. Спасибо! Вместе мы едины! Спасибо! Нестор Шуфрич, народный депутат Украины, партия регионов.